Наталья Мурадова – народный художник России. Большую часть своей творческой деятельности посвятила текстильному искусству. Ее работы находятся в Третьяковской галерее, в Кремле, в резиденции президента. Около 46 лет Наталья – постоянный участник выставок, проходивших в Америке, Норвегии, Корее и Японии. С Самарой художница познакомилась около 35 лет назад. Создала занавес для Дома культуры Кирова и Дома культуры «Металлург». Спустя некоторое время приехала в Тольятти на презентацию книги, и там познакомилась со многими художниками региона. У нас возникла и переписка, и взаимное желание, тяготение. Именно в Самаре я почувствовала, что люди хотят послушать, люди хотят общаться. И у меня это вызывает большой интерес и желание что-то донести, то, о чем я думаю, размышляю в своих работах. В этот раз Наталья приехала в Самару на открытие выставки детского творчества «Обретая мастерство». Пригласил ее Владимир Башкиров, директор художественной школы номер 2. Владимир – пленарист, пишет пейзажи с натуры в любое время года. Создавал свои картины даже в зимние морозы. С Натальей Владимир познакомился на той самой презентации книги. С тех пор художник хотел ее представить не только ученикам, но и преподавателям своей школы. Моя миссия, я считаю, вот, приглашать таких людей, выдающихся, ярких, реализованных профессий, чтобы вот вдохновлять преподавателей, учащихся, что вот такой живой пример, не когда-то в истории какие-то там великие художники, а не сейчас. Наталья Мурадова рассказала собравшимся о своем творческом пути, об источниках своего вдохновения и показала, как выглядит ее мастерская. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, «События».